и заставил того нарушить правила своей штрафной площади. Осталось забить пенальти, а это не Пекини был, это пришел ему на помощь Керчику, и помощь у него оказалась медвежьей услугой. Заломал Павла Яковлева, осталось забить. Дуэль Стиви Фрошери против Федора Смолова. Моментов не было во втором тайме, но появился пенальти стараниями Павла Яковлева. Гудят трибуны, свистят болельщики. Федор Смолов подходит к мячу. Ох, забил! Забил Смолов! На какое-то мгновение показалось, что вратарь, коснувшийся до мяча, дотянется и сумеет его парировать. Но уж очень хорошо пробил Смолов. Точно в угол, 1-0 на 74-й минуте. Да, вратарь здорово прыгнул, но не достал. Удар по исполнению получился едва ли не идеальный. Ну, хоть так, слава богу, забили мы этой Албании. Осталось теперь не пропустить. О том, чтобы забить второй раз, пока даже не заикаюсь. И ведь достал, действительно достал Фрошери. Достал, но только чуть-чуть подправил траекторию. 1-0, Россия выходит вперед. Наши в створ бьют с пенальти, уже неплохо.